Приветствую всех на канале LEGO Crazy Motion. Меня зовут Дмитрий, и мы с вами смотрим обзор на LEGO набор 10249 «Зимний магазин игрушек». Никогда еще в начале обзора я не показывал сразу собранный набор. Обычно я начинал издалека, показывал коробку, постепенно мы приближались к каким-то основным строениям, фигуркам. А здесь я решил показать, как выглядит этот потрясающий набор в собранном виде. Это не просто набор конструктора LEGO. Это один из эксклюзивных атмосферных наборов, которые выходят редко под какое-либо событие. Этим событием является Новый год, Рождество, и подобный набор выходит один раз в год. Давайте поблагодарим сеть сертифицированных магазинов LEGO Мир Кубиков за то, что сейчас этот набор стоит перед нами. Как ни странно, в YouTube мы окажемся одни из первых, кто покажет этот набор. Ну а теперь давайте все-таки по порядку. Начнем с коробочки. Вот так выглядит упаковка новогоднего набора 2015 года. У нас есть обозначение LEGO Creator и значок Expert. По поводу этого значка мы поговорим чуть позже. Там есть кое-какие комментарии. Набор 10249, 12+, зимний магазин игрушек, почти 900 деталей. На картинке очень новогодняя сцена, домик, все покрыто снегом, люди радуются, празднуют Новый год. Некоторые, правда, достаточно легко одеты. Справа в углу видим картинку светящегося кубика. С обратной стороны, как обычно, нельзя сказать, что это функционал, но внутреннее помещение домика нам показано в полном объеме. Здесь и мастерская, и магазин с камином, и все игрушки. По коробочке пробежались, идем дальше. И теперь давайте вспомним про этот значок эксперта. Инструкции достаточно маленькие. И первоначально, когда я посмотрел на количество деталей, ну, не такое уж и большое количество, 900. Вроде как маленькие инструкции, все должно быть очень легко. Почему же стоял значок эксперт? Ну, а теперь давайте перейдем к домику, и я покажу, почему эксперт. Домик с виду достаточно простенький, но это ошибочное мнение. Его сборка заняла у меня намного больше времени, чем я планировал. И уже в процессе работы над созданием этого шедевра я осознал, что многие элементы собирались совершенно не так, как я предполагал, как я думал, что они будут собираться. Постройка была очень интересная, повторюсь, отняла достаточно много времени, и для того, чтобы не быть голословным, например, хочу показать, как крепилась боковая стенка. Да и крыша, кстати, тоже была сделана достаточно нестандартно. Сейчас мы ее попробуем снять. Так, вот, любителям LEGO будет интересно посмотреть, как держалась эта стенка. Вся стенка держалась на ручке. Я такого в конструкторах давненько не встречал. Что-то было похожее, когда стенка выдвигалась, но вот прям, чтобы держалась чисто на ручке, такое было, такое у меня в практике впервые. Ну а теперь давайте просто пробежимся по внешнему виду этого здания. Начнем с вывески. Все-таки это магазин игрушек. Значит, вывеска — это принт, двусторонний. И мы видим игрушечного солдатика, возможно, оловянного, и надпись Toy Shop, магазин игрушек. Здание стоит на белых сборных пластинах на 4 штучках и покрыто тоже все белыми пластинками. У нас явное ощущение снегопада, которое недавно прошло. И снег, он такой хороший, пушистый, не тает. В общем, очень атмосферное здание. Прям вот аж как-то радостно и тепло становится на душе, когда рассматриваешь этот набор. На фасаде здания находятся рождественские классические декоративные элементы, такие венки с цветочками. Два спереди, одно сбоку, и еще позже увидите на уличном фонаре такой же. Это такое стандартное украшение, в Рождество по всей Европе висят. Также с улицы мы видим, стоят елочки, красивые зеленые елочки. Обычно LEGO не так много деревьев кладет в набор. В этом наборе 4 елки плюс одна большая новогодняя сборная. Давайте теперь заглянем внутрь магазина. Кстати, еще хочется отметить такую деталь, что эти рождественские наборы, они выходят раз в год. LEGO стало практиковать выпуск их с 2009 года,
И первый набор 2009 года был как раз очень похожий на этот. Практически набор 2015 года является переизданием набора 2009 года с некоторыми легкими изменениями, дополнениями, там, улучшениями. Один из вариантов, почему это было сделано, это большое количество просьб, которые обрушились в Лего по поводу набора 2009 года. Не все его успели купить, как-то он резко появился, как обычно это бывает с хорошими наборами, быстро он кончился. Теперь у него цена очень большая и не достать, поэтому было, видимо, так предполагаю, поэтому было решено перевыпустить набор 2009 года с улучшениями. И он перед вами, так что я бы на вашем месте особо не ждал. Ибо, чует мое сердце, этот набор тоже скоро уйдет в историю, и его будет не достать. А эти рождественские наборы, повторяюсь, выходят раз в год, один набор в год. И если верить всем форумам, сайтам типа eBay, Bricklink и так далее, дорожают они после ухода очень стремительно. Обычно где-то за пару лет цена подскакивает в два раза, а то и больше. Так, это было некое лирическое отступление по поводу ценности данного набора, и смотрим, что у нас внутри. А внутри у нас настоящий магазин игрушек, такой классический, вот с деревянным полом, с большими сборными игрушками. Чем-то мне напоминает это все в фильме «Один дома». Главный герой заходил в магазин игрушек. Вот чем-то таким веет от этого магазина. Смотрим, что у нас на первом этаже. На витрине стоит собранный из деталей локомотив. Можете заодно посмотреть, как он делается. Второй игрушкой на продажу является робот. У него еще сзади типа реактивного ранца. И каминчик. Очень атмосферный каминчик. Единственная его беда, что он так стоит, что его не очень видно. Но он есть. Создает уют, тепло, если присмотреться. Жалко только, что он не подсвечивается. Решили подсветить немножко другой элемент. Ну ладно. Ну и раз это магазин, конечно, нужно покупать игрушки. Здесь стоит кассовый аппарат. И по идее тут же должен быть продавец. Также обратите внимание на пол магазина. Пол магазина полностью покрыт тайликами. Гладкими тайликами, по которым можно ходить. Лестница на второй этаж. И на втором этаже нас ждет мастерская. В мастерской сидит человек, который делает игрушки или чинит игрушки. В общем, что-то он с ними делает, потому что у него есть молоток, есть что-то вроде плоскогубцев или ключа. И на рабочем столе у нас гоночный автомобиль. Такой желтенький, симпатичный гоночный автомобиль. Так, стол поставили на место. Кресло вращается. Ну и, собственно, как раз-то рабочее место у нас подсвечивается. Вот так будет выглядеть подсвеченное рабочее место. Сейчас мы выключим свет и посмотрим, как это будет выглядеть. Ну вот, мы практически погрузились во тьму. Ну и давайте посмотрим. Вот так выглядит мастерская при искусственном освещении. Наверное, уже ночью. Хотя зимой ночь наступает достаточно быстро, темнеет быстро. И в темноте мастер сидит и чинит игрушки. Или делает игрушки. Снаружи это выглядит вот так. Домик на улице, в заснеженных полях. И уютный, теплый такой вот рождественский свет. Очень красиво. Последнее, что стоит отметить в домике, это наличие часов, которые прикреплены сверху и украшены золотой лягушкой. Ну и обратите внимание на каминную трубу, как она собрана из кирпичиков. Создается такой эффект разных кирпичей, разного цвета, разного размера. Такая красивая труба от камина. Вот, это было основное строение. Не удержался, я начал с него. Давайте теперь посмотрим, что еще есть в этом наборе. Рядом с домиком располагается какой-то небольшой участок к зимней рождественской улице. У нас есть еще одна елочка, скамейка, на которой резвится белая кошечка. И маленькие круглые детальки изображают снежки. Дети играют в снежки, и кто-то заготовил себе целую батарею.
Ну а самый яркий элемент этого участка улицы, конечно же, фонарь. Сделан он в таком классическом старом стиле, как будто еще с естественным огнем, там газовый, но на самом деле тоже, конечно, современный электрический фонарь, но сделан в стиле старых фонарей. Такие большие стеклянные колпаки, классическое рождественское украшение, про которое я уже говорил, даже с двух сторон. Не пожалели украшений, очень красивый у них город или улица. Вот такой вот участок улицы прилагается к домику. Идем дальше. Какой же Новый год без подарков? И здесь нас ждет целая куча различных подарков, игрушек, которые нужно положить под елку. Значит, не забываем, что в самом магазине стоит локомотив, стоит робот и есть желтая гоночная машинка. Значит, в дополнение к тем трем мини-игрушкам еще идет ракета. Достаточно простенько собрана, но интересно. Грузовичок. Очень мне понравился, как сделан грузовичок. Колеса у него это ролики. Очень хорошо придумано. Вообще, было бы здорово, если кто-то построил бы вот такой вот мини-город в таком мини-масштабе. Мне кажется, было бы очень красиво. Машинки очень симпатичные получаются, домики тоже. Так что Лего открывает путь для креатива. Стройте, если немало деталей, то можно вот в таком вот мини-масштабе построить что угодно. Видите, здесь сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук, шесть деталей. И у вас целый грузовик по городу едет. Дальше у нас есть корабль. Такой пароход. Тоже олдскульный, с трубой, который делает так. И пар идет. Вертолетик. У него даже крутится винт. Очень симпатичный вертолетик. На прозрачной относительно новой детали, которая, по-моему, появилась в этом году. Такая одинарная со штырьком. Использовалась, кстати, два раза в этом наборе. Второй раз она использовалась вот в этом самолете, чтобы держался хвост. Такой у нас самолетик. Только от него куда-то делись крылья. Ой, прошу прощения, в процессе перемещения потерял второе крыло. Все, вернули. Вот как у Красного Барона самолет теперь. Мишка. Ну, Мишка не новая деталь, уже встречалась в сериях с мини-фигурками. И выскакивающая, не знаю, что это, как это называется, честно говоря, вот такую игрушку я никогда в детстве не любил. Если все вышеперечисленные самолетики, машинки, ракеты, все мне в детстве нравилось, то вот эту вот штуку я никогда не понимал. Это если нужно кого-то оставить заикой, то даришь ему такую коробочку. Человек радостно открывает, думает, что там что-то хорошее, а там раз и выскакивает такой, начинает трясти голову и издеваться. Вот. В любом случае, здесь это есть. Мало ли, может, кому-то нравится. Ну и обычный такой классический подарок, в котором неизвестно что, с поздравительной карточкой. Написано, наверное, от кого? Может, от Деда Мороза. Так, это были подарки из набора. Дальше идем. Следующая часть набора – это дети и снеговик. Снеговик собран. Ну, в таком виде снеговики уже, по-моему, где-то встречались в каких-то зимних наборах. Красный шарф у снеговика, шапка черная, метла в руке. Ой, отвалился кусок снега. У меня просто в квартире жарко, видимо, подтаяло. И рядом шла коробка с морковкой. Ну, саму морковку втыкать особо некуда. Поэтому просто пусть рядом постоит. Так, переходим к нашим трем детям. У нас есть девочка и мальчик, которые занимаются зимними видами спорта, и мальчик, который ничем не занимается, но есть подозрение, что это именно он играет в снежки. Возможно, он как раз кидается снежками в тех, кто занимается спортом. У мальчика два лица, снимем с него шлем, и мы увидим, во-первых, мальчик такой достаточно хмурый, похоже, хулиганистый. А с обратной стороны мы видим, что, похоже, ему влетело за его хулиганские действия. Вначале он кидал снежками, а потом, видимо, стали бросать в него. Поэтому у него появилось такое вот весьма озабоченное лицо. Так, это у нас мальчик номер раз. Мальчик номер два. Это веснушчатый такой вот веселый мальчуган на лыжах с палками.
в дутой куртке, в китайском пуховике. И он у нас, так, он у нас однолицый, у него все хорошо, он просто катается. Кстати, очень красивый цвет у лыж, мне нравится. Девочка на сноуборде. Девочка на сноуборде была относительно веселой, ей все нравится, в шарфике, в теплой зимней одежде. А второе выражение лица ее говорит о том, что, похоже, именно в нее мальчик бросил снежок. Похоже, видимо, попал. Ну, а дальше, видимо, второй мальчик отомстил. Вот, вот такая вот история родилась у меня в голове. Тут с криминалом, с разборками, и родители поругались, наверное. Шучу. Все было хорошо. Это же Новый год. Все, убираем детей. Дети отдыхают на воздухе. Дети не играют в гаджеты, не играют в приставки. Дети катаются на лыжах, сноуборде и играют в снежки. Замечательные дети. Что у нас с фигурками взрослых? Так, фигурка первая. Мужчина в синем костюме. Ничего интересного. Он достаточно стандартный, стандартных деталей. У него одинарное лицо. Мужчина номер два в рабочем комбинезоне. Такой же достаточно стандартный. Часто попадается в обычных наборах Сити. То же самое можно сказать и про девушку. Тоже во многих вариантах она у меня уже есть. У нее двойное лицо. Радостное и не очень радостное. Это три стандартные фигурки, не особо выдающиеся. Ну а следующие две вызывают большой интерес. Для начала своими книгами, из которых они берут слова для песен. Наизусть они не помнят, поэтому они подглядывают и поют, читая. Книжки делались вручную. Я когда на картинке, на коробке увидел поющих людей с книжками, я думал, что будет книжка обычная. Анны нет, эта книжка собирается из двух деталей. Кстати, очень хорошая идея, никогда мне в голову не приходила. Так что если нужна будет книжка, то вот из двух деталей делается вполне ничего так себе хорошая книжечка. Значит, книжечку мы уже смотрели. Дальше. Торсик. Его торсик. Если вы узнаете, это торсик как у вампира такой был. То есть торсик достаточно... он интересный, но не эксклюзивный. Также у него есть красный платок, как у ковбоя какого-нибудь с Дикого Запада. И такое вот розовощекое лицо поющего человека. С обратной стороны на торсике принт костюма. А лица с обратной стороны нет. Одеваем на него шляпу и ставим назад. Кстати, надо отметить, что вообще взрослые одеты не очень тепло. Единственный, кто из взрослых более-менее выделяется, это вот как раз вот наша певунья, певица, певичка. Короче, женщина. Вот. У нее хоть плащ есть, причем с виду достаточно теплый. Все остальные взрослые как-то очень беспечно, прохладно одеты зимой. Итак, это у нас что-то вроде Монсеррат Кабалье. Теперь уже мы видим, что это женский торсик. Костюм у нее пропечатан общим рисунком и на торсике, и на вот нижнем слопе, на нижней детали. Это явно эксклюзивный такой вот костюмчик с рождественским узором, вот этим зелено-красным на груди. В белых перчатках у нас девушка, так же как и, собственно, мужчина. И она заливается, радостно поет рождественскую песню. И явно у нее настроение хорошее, тоже румянец на лице от мороза. Прическа, и у нее есть второе лицо, просто такое вот улыбающееся лицо. И плащ. Давайте посмотрим на плащ. Плащ нестандартный. Он с одной стороны черный, а с другой стороны красный. Такой я встречаю впервые. Но пока что достаточно интересно. На ощупь вроде как относительно мягкий, не должен особо гнуться, трескаться. Ну, интересный плащ. Такой двуцветный. Мне попадается впервые. Это у нас была девушка. Ну что, остается последнее. Самый главный атрибут Нового года – это новогодняя елка украшенная. Очень красивая елка. Так, давайте начнем мы с лестницы. К елке шла вот такая вот лестница. Она вроде как разборная. Ну, не разборная, а раскладывающаяся. Ее можно так разложить, поставить. И дальше какой-нибудь, кто-то там из взрослых, полезет наверх устанавливать звездочку, снежинку. Так что лестница очень даже пригодится в хозяйстве. Интересная такая моделька собранная. Но лестница лестницей, а у нас елка.
новогодняя елка украшена. Обратите внимание, как она собрана. Это не стандартные елки из лего, которые собираются из слопов. Здесь большое количество зеленых плоских обычных деталей 2х4, 2х3. Причем интересна структура. Она как бы даже в каждом своем слое переходит, у нее как бы перепады высот есть, то есть начинается снизу вверх, потом снова вниз, потом снова вверх, и создается такое достаточно ощущение реалистичности, что ли, то есть похоже на настоящую такую вот разлапистую елку, вот как сказал. Ну что, вот мы по деталям рассмотрели весь набор, вроде бы упомянул я все то, что мог сказать. Ну и давайте поблагодарим еще раз сеть сертифицированных магазинов LEGO Мир Кубиков за предоставленный потрясающий набор. Это не просто набор, это вот новогоднее настроение в чистом виде. Не знаю, как у вас, а у меня оно уже точно появилось. И собрав этот набор, я побежал собирать уже свою новогоднюю елку. Двухэтажный домик, кусочек улицы, большая елка, куча маленьких деревьев, 8 мини-фигурок. Много-много различных моделей, игрушек, техники. Это вас все ждет в наборе 10249, зимний магазин игрушек. Ну а у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий, канал LEGO Crazy Motion. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч. Удачи, счастливо, пока.